капитан первого ранга запаса. Третьего и не первого, а второго. Ну какая разница, я вас слышу. Вот, вы можете читать вас кое, если хотите. Мы с удовольствием услышим. Я лучше российская, потому что вот эта строчка Николая Рубцова «Россия, Русь, храни себя». Они была на борту автобуса, выведено, который проехал от Мурманска до Черногории. Славянский ход был несколько дней назад. И отметили 60-летие, к сожалению, ушедшего от нас Николая Кловчева. Ну, в общем, я думаю, что все сначала представим, а потом... Запрягите в мои дрожки через папу. Корму ей задайте, пусть жует и везет меня залетная. Место, где стоит мой эшафот. Самый раз туда такая скорость, кто не медлил, тот не опоздал. Я от скачки бешеной отпом не выспешу. И пока сойду, пусть дрожки катят. Колея в России не свернут. А друзья мне коньячку накатят. Я недалеко, я рядом, тут еще успею что-то сделать. Допишу, чего не дописал, допою все то, что не допелось. Побываю. На Босфоре был, а на Байкале, скажу, не поле, океан. Но припомнить я смогу едва ли, как над Волгой стелится туман. Спросите, а почему не раньше? На меня от крепкого ума, а теперь, как водится, стал старше. Трубка номер «Здравствуй, как ты, ма?» Ты меня всю жизнь оберегала, зарекала от тюрьмы, от сумы до слезы. Помнишь, как-то раз меня спросили, что там за мой? Правда чудеса? Чудеса. Куда им до России? С севера, виднее ее краса. А вообще-то есть такие вещи, а хватит сил, не хватит сил. Но любил я лучшую из женщин, лучшую на свете я. И не погоняйте черепаху, пусть не близкий, пусть передохнет. Но не тронем вперед со страхом. Две поездки этого года, поэтому 22-й, Изборск. Через стену крепости перелетела стрела. В наше время больше нелепости не представить, откуда она меткость выстрела удивительна, точно в наш 21 век. Прямо в сердце. Случайно, как и близко случайно с ним. Нет же нет. Из крепости русской перелетел намек, что не даст нам история спорта. Наша память нам не дает позабыть про героев наших, про торжество побед. И про воинов русских, павших, не за блеск и победу, не за деньги или мессию, что когда-нибудь это придет, а за нашу страну, Россию. Эта память забыть не дает. Нам порой не хватает трезвости, оценить изощренность войны, интернетной нулюбить, свирепости, новой инфолитет на волны. Нам еще не хватает резкости. Но завет нам, стрела из крепости, ищите наших Псков и Львов. Спасибо. Ну, ура. Провинциальный Чебаркуль, две площади, десяток улиц. Бог времени присел за руль, нажал на газ, а толку нуль. Колеса в тачке даже раз не провернули. И не прошел автомобиль с 70-х и полметра. Все та же тишь, все тот же штиль. Изменения смены, и комсомол, и Ленин, и покой. Что ни говори, бог времени не жмет на газ, зато над озером Пегас летит и новую страху глядишь подарит с берегу. Я в суете и на бегу остановиться не могу, не суть, как тот метеорит, а здесь со мной говорит, хотя это сказочный горы. Все стихает до поры, и Чебаркулем тенью стал. Yeah.